Всем привет! Мы здесь с новым трейлером сериала «Пыльный ошейник». Не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Вы также можете получать уведомления о наших новых видео, включив уведомления. Кинан не убийца, Берг толкнул Вефу, Кинан спрятал улики, чтобы его сын не попал в тюрьму. Но, к сожалению, Кинан станет жертвой великого плана мести своего сына Берка. Об этом, друзья мои, свидетельствует номер на табличке Берка и номер на стене, как вы видите на экране. FOX TV снова сделал это и изменил день трансляции сериала. Девятая серия сериала выйдет в эфир 28 августа 2022 года, то есть в воскресенье. Можно сказать, что новый образ Зино ознаменовал трейлер девятой серии великолепным прыжком перекати-поля Эгея в бассейне. С этого момента начнется борьба решетка Зейца, решетка Эгези и даже решетка Элзи. Между Алией и Дерьей, с другой стороны, будет очень трудный процесс исправления в результате ложной жизни. Желаю, чтобы сериал «Тазлукая» длился дольше и сцен молодых пар было больше, жду ваших комментариев и поддержки. Было большим сюрпризом, что Берг был теневым героем, который помогал Али, Арапу и Зейно, отправлял записки и тайно давал экзаменационные вопросы и ответы. Мы действительно не ожидали этого. Оказывается, какую верблюжью ненависть накопил в себе Берг Ягозаглу, который он вот так манипулировал, чтобы избавиться от отца, был избит, восстал из мертвых, ввязался в драку и даже согласился на клеймо обидчика. Спрашивается, ты поставил такую скамейку, чтобы катать чашки, которых нельзя было коснуться земли, или потому, что подражаешь одиночеству Эгейского моря, чувак? С другой стороны, в моем предыдущем анализе я спросил, если бы Али узнал, что убийцей был его отец, как вы думаете, возник бы эффект сильного землетрясения? И события, о которых я упомянул, будут продолжаться. Можно сказать, что мы все были в шоке, так как Олух годами готовил мастерский план мести за издевательство отца. Можно сказать, что продолжение этого великого обратного поворота, который мы пережили в сериале, будет. Можно сказать, что Кинан не убийца. Потому что из его отношения к Вефе и мягкости его слов в сцене на крыше мы можем понять, что он не собирается ее бросать. В продолжении последней сцены Али и остальные посмотрят отснятый материал, убедятся, что убийцей является Кинан Ягозаглу, конечно же, с этими кадрами заявят в полицию. Мы видим, что Кинана взяли под стражу. Вероятно, будет дело об освобождении из-за отсутствия улик. Поэтому между Ондером и Дерьей есть предупреждающая сцена. Если вы заметили, он предупреждает Ондера Дерью в трейлере. Потому что нет ничего большего, чем то, что мы видим на изображениях. Вот почему нужны доказательства, говорит Ондер. Это означает, что в то время как Кинана вскоре отпустят, Берг сделает еще один ход, и он пойдет в полицейский участок и скажет, что видел его имя и что его отец толкнул Вефу. Если Берг не сделает этого шаг, Кинан будет освобожден, но его снова арестуют и отправят в тюрьму. Более того, когда он узнает, что Али Кинан, его родной отец, он сначала крайне разозлится, потом успокоится и будет сцена противостояния с Кинаном в тюрьме. Мы ожидаем, что эти сцены будут в 10 эпизоде. Я думаю, что сцена, где Али узнает правду, будет последней сценой 9 эпизода. Откровенно говоря, попытка Кинана защитить свою репутацию заставляет его совершить большую ошибку. Также теперь для него имеет больше смысла скрывать улики. Другими словами, даже если Кинан не проявлял сострадания, он вел записи и пытался скрыть улики, чтобы защитить своего сына Берка и не запятнать собственную репутацию. После этого эпизода, я думаю, мы будем смотреть драму Кинана из прошлого. По крайней мере, тот факт, что Кинан не единственный злодей в сериале, такой как Акиф Атакул, сделает сериал захватывающим. Другими словами, Олух мог прийти и толкнуть Вефу, сознательно или неосознанно, когда Вефа и его отец были на крыше. Если вы помните, когда Вефа упал с крыши, Олух упал быстро. Даже Эге спросил, толкнул ли ты его. Но Олух, вероятно, навестит своего отца и напомнит ему о любви, которую он ему не дал, и расскажет о мести за насилие, которое он причинил. По этой причине Кинан будет упрекать Олуха в том, что ты никогда не был для меня достойным сыном. Поэтому, когда он запер Кинана Берка в комнате, он, возможно, пытался его удержать.
потому что он упорно не принимал обвинения Дирей и обновлял номер. Подумайте об этом, Берг беспокоил Хазал в первом эпизоде, и я думаю, что его употребление наркотиков и другие преступления, о которых мы не знаем, всегда скрывались Кинаном. С другой стороны, драка Зейно между Эге и Чагры, которая началась с обвинения, кажется, сильно накаляется. Более того, на этот раз можно предсказать, что Али, в которую Зейно влюблена платонически, также будет затронута привлекательной одеждой Зейно. Когда Кинана арестуют, с плеч юноши снимется тяжелое бремя. После такого расслабления молодые люди попытаются начать новую жизнь. Мы увидим первый шаг к этому с приглашением на обед Джемри, которая нуждается в своих друзьях больше, чем когда-либо. Пока Эге, Чагры и Хазал купаются в бассейне, из Джемри приходит приглашение. Кроме того, среди гостей Али, Дуру, Синан и Зейно. Теперь, когда Эге освободился от давления Берка, чье слово он использует как закон, он расслабится и, вероятно, уберет свой дом и начнет хорошо проводить время со своими друзьями. Мы уже с нетерпением ждем появления в сериале «Сестры Эге». Другими словами, мы можем сказать, что Джемри поблагодарит Али за спасение ее жизни и попытается подготовить среду, в которой она сможет исцелиться духовно. Думаю, мы будем наблюдать за милыми разговорами, ревностью и пререканиями молодых людей во время этого приглашения. Если Айла встретится с Кинаном и поверит ее словам, что я не убийца и поддержу Кинана, думаю, молодые люди могут пропустить свои веселые моменты. Если вы спросите Берка, есть ли в этой жизни только одно живое существо, которое любит вас, почему Джемри пошел в дом Берка, он захочет рассказать, что случилось с лицом Джемри Берка после того, как Кинана посадили в тюрьму, и утешить его. Для Джемри, которая не знает, что именно Улух посадил Кинана в тюрьму, теперь, когда убийцы и дело о домогательствах выяснены, мы можем сказать, что она имеет право выступить против Улуха с этим приглашением на ужин. Я хотел бы высказать одну последнюю деталь. В отношениях между Кадер и Белалом интересно, могла ли Кадер быть беременной, жду ваших комментариев на эту тему. Хотя Белал и Кадер, кажется, сейчас женятся, есть несколько человек, которые будут категорически против этого. Во-первых, отец Белала никогда не примет этот брак. Во-вторых, Зейно и Араб, похоже, тоже не принимают эти отношения. Друзья, которым нравится сериал «Пыльный ошейник», не забудьте подписаться на мой канал и отправить свои комментарии и поддержку. Вы можете поделиться своими мыслями о нашей серии с нами в разделе комментариев. На данный момент мы подошли к концу нашего видео. Позаботьтесь о себе. До свидания.